Так. Давай, Джеймс. Дюха. Да. Сразу это... под подозрением. Ну, да, конечно, он же это... Чё, я не становлюсь, я не становлюсь. Ну, давай, спрашивай. Так. Ты для чего в это место будешь приходить? Помогать. Нет, не помогать. Как это сказать? Пароль. Ну, типа... Еще с одним человеком работать. Я понял, я понял. Так, все хорошо, это не Нюкса. Окей, я с подозрением убираюсь. Пока что. Ну, я, наверное, задам... Мне кажется, что Эндрюксею, да. Я так и знал. Это место находится... Сейчас. В море или в воздухе? В воздухе. Ясно. Зачем люди идут в это место? Я уже как-то спрашивал это. Это палевный вопрос. У Дюхи спрашивали, ясно. Да? Пока что Эндрюксей палевный. Подожди, немножко. Нет, нормально пока. Нормально. Что это, как бы сказать, не вещь, а устройство делает? Оно типа летает или плывет? Это слишком палевное. Это слишком палевное. Летает. Спроси что-то про роль, типа... Да, ну, вот что-то связанное с ролью, спрашивайте. Это может... А я теперь спрашиваю. Я уже ответил на Андрюксай вопрос. Да, он ответил, все. Атлас спрашивает. Что-то херня давай. Летает. Это Атлас. Мне кажется, я не знаю. Это мне кажется, я не знаю. Мне тоже кажется. Джамес. Да. Сюда может прийти каждый в любое время? Ну, не в любое. Определенное. Окей. Джеймс, в это место нужно брать с собой еду? Нет. Слишком сложно. Да, ну да, как-то... Я понятия не имею, кто это может быть. Но я уверен, что это не Идюха, просто 100%. Я думаю, это Андрюха. Там какой-то... Сначала вопрос не мог нормально сформулировать, потом как-то он что-то там смеялся. В это место могут... Можно ходить без взрослых, Андрюха? Без взрослых? Да. То есть дети... Нет. А мне кажется, кажется, со взрослыми нельзя, мне кажется. Вернее, наоборот, со взрослыми нельзя. Да не, это Андрюха. Мне так не кажется, мне не кажется, что это Андрюха. Чё, давайте, кто задает вопрос? Ты. Давайте я. Давайте. Я так уже задавал. Я задаю вопрос. Давай я. Так, ну это не Дюха, 100%. Так, Эндрюксею. В этом месте можно пользоваться туалетом. Да. Ща. Я не знаю. Сложно. Можно я задам вопрос? Короче. Давай. В этом, Атлас, в этом месте можно пользоваться телефонами? Ну, это миф. Но думаю, что нельзя. Все, ладно. Давайте думать теперь. Это Арчер. Я знаю, это Арчер. Это Арчер. Я шпион, и это самолет. Факт. Да. Когда я понял это, когда... Да, он с самого начала узнал. Я понял, что мы спалили, когда сказали, что типа оно летает. Это Андрюха, это Андрюха. Да, это причем я сказал, что это летает. Ну, потому что Андрюха сначала мне сказал, что он типа, оно не плавает, оно в воздухе. Значит, оно по-любому летает, а не плавает в воздухе. И, ну, так как это не космическая станция, потому что там Андрюха, точнее, Дюксей приходит туда поработать вдвоем с кем-то, и тогда люди могут как бы ходить, там дети, все дела, как бы это по-любому самолет. А кто был типа первым пилотом? Что? У меня тоже. Что это-то? Может, давай теперь создадим? Нормально. Джамес. Да. Я даже без понятия, что это. Тебе это место очень важно? Не очень. Ага.
Ладно. Мне нет. А, то есть 90% не важно, а 10% важно, да? Если не очень. Типа пароли. О, а пароли отвечать? Да, да, ты уже спрашивал даже. И тут он понял. И тут он понял. Артём. Давай. Блин, так сложно. Зато весело. Так. Лучше, чем Мурдор. Это место... Это место... Обязательно убирать или нет? Что? Ну, типа, прибираться там обязательно, чтобы оно чистое было. Обязательно. Ну, ладно. Чё, я теперь задаю вопрос? Нет, я... Итак... Ты по Дискорду посмотри. Да. Андерсей. В это место могут ходить обычные люди? Да. Я задаю Джеймсу. Это место встречается тебе в повседневной жизни? Нет. Именно пароли. Ну и что? Какая разница? Пароли как бы. Пароли. Да? Ясно. Давай, теперь я задаю вопрос. То есть пароли, оно тебе не встречается в повседневной жизни? Ну нет. Мне оно не важно. Да. Люди туда ходят каждый день. Ну, я, конечно, не уверен, но думаю, что да. Это Атлас. Это Утлас. Почему? Да, это Утлас. Ну, смотря... Ну, давай, задавай тогда вопрос. Ну, вообще, да. Короче, да. Ходят. Каждый день, то есть, да? В смысле? Ну, именно не определенные люди, а вообще кто-то туда ходит. Каждый день. Каждый день. Да. Ну, тогда это, возможно, не Атлас. Ладно, давай тогда. Тут практически во все могут каждый день ходить. Месяцы всякие. Карчер. Давай. Там нужно платить деньги? Ну, по идее, как бы нет. Ну, типа, если ты там прям туда ходишь все время, то ты будешь платить пароли деньги? Я понял. А, и блин, ну пароль у меня какая-то сложная роль, поэтому я думаю, что... Блин, я вообще без понятия, как пароли, я буду платить. Короче. Ну, короче, я понял, все. Короче, смотри, да, пароли. Это... Пароли, по идее. Я думаю, нет паролей. Я не должен платить деньги. Ну и обычные люди, да, по идее, они туда, если приходят, то зачем они должны туда деньги платить? Тоже не должны, по идее, как. Ладно, давай. Дюха, давай. Типа как возможность. Так, я задаю, да? Так. Кому задать? Кто тут самый подозрительный? Джеймс. Я. Джеймс тут самый подозрительный. Ладно. Okay. Так. Джеймс. Это место существует давно или нет? Ну, вообще, да. Да. Чё, теперь Джеймс задает вопрос. Тогда что-то мне кажется, что это Эндрюксей, возможно. А чё молчать все? Я думаю просто. Эндрюксей. Сейчас. Секунду, дайте подумать только. В этом месте нужны оружие? Нет. Хорошо. В смысле нет? Это Дюксей. Это Дюксей, все. По моей роли, по идее, я должен туда оружие принести. А если по моей роли, то нет. Вообще никак. Ну чё, я задаю вопрос. У меня там такая роль? Я задаю вопрос. А, шпиона, да? Так, я задаю вопрос. Задам его. Окей, я думаю. Дюксей, давай. Подожди, я думаю, что... Блин, вот это либо Джеймс, либо Атлас. 100%. Атлас. Атласу задам вопрос. Туда... Там, короче, люди могут использовать туалет.
Не думаю. Ну, в смысле? Я не уверен. Именно по твоей роли ты работаешь там каждый день? Я вообще там не работаю. Это что такое за роль там? Ты не знаешь. Шпион. По моей роли в этом месте я не работаю. Ну ладно. Давай тогда, давай Атлас быстрее. Все голосуют. Это Джеймс. Это супермаркет. Это Дюкс. Это Джеймс, господи, он уже... Это не супермаркет. Да. Это собор. Это кафедрал. Я даже не знаю, что такое собор. В смысле? Я никогда там не был, а у меня такие вопросы. Я же сказал, что это Джеймс либо Атлас. Я посмотри. Подумал, что там не... Можно ли там использовать туалеты? Я же сразу же практически все вычеркнул. Я был грешником. А, это что-то с религией связано? Да.